Добрый день всем, кто зашел на канал и кто смотрит это видео. Это у нас городская елка возле мэрии. Вот праздники уже закончились. И Рождество, и Новый год. Началась неделя рабочая. Погода стоит чудесная, очень тепло. Не смотрела на градусник, но, по-моему, градусов 20 точно есть. Потому как очень тепло. Народа уже нету, разъехались в основном, кто приезжал на праздники в город. Но еще посмотрим на набережной, что там. Но елка еще стоит. Вот, наверное, уже на этой неделе ее уберут. Ночью она очень красиво смотрится. Разноцветные шары эти. Но а это днем. Днем такая вот. Это центральная аллея, здесь бары в основном. Но так как уже праздники заканчиваются, все уже, все сворачивается. И город, как бы будет тишина в городе. Там ремонт делают, в основном в зимнее время, готовятся уже к лету. Но некоторые бары открыты, вот работают еще. Это срединка дня, поэтому, наверное, еще будут. К вечеру народ подойдет. Но я вот смотрю, многие уже с чемоданами уходят, уезжают, на автобус идут. Праздники закончились. Теперь до Пасхи. А Пасха, по-моему, в апреле. Там вот на пальмах слышно только чирикают попугайчики. Здесь стайками живут попугаи. Отдыхают пенсионеры на скамеечках со своими собачками. И вот такой прекрасный сегодня день. Это 8 января. А сейчас выйдем на море. Вот набережная. Немножко море штормит. Ну, не сильно. Кто-то прогуливается прямо на песочке. Ну, пляж, да, размыт. Ну, к лету восстановится все будет. Все на месте. Народу достаточно много гуляет. Кто-то в куртке, кто-то в шортах. Очень тепло. Так размыло пляж, одни камни. Вот летом их нету, все это засыпано было песком. А сейчас, смотрите, вот одни камни. Видимо, волнорезы были. Да, в этом году как-то рано начало штормить, и пляж размыло, но все восстановится. Это январь месяц, 8 января, Испания, Лорет де Мар.
Еще не убрали новогодние украшения. Красивая собака. Супер. А это почта. Здесь бросали письма детки на Рождество. Просили подарки Деда Мороза, Санта-Клауса. Церковь сегодня закрыта чего-то, наверное, выходной. Вот сейчас тишина. Это католическая церковь. Это центральная улица торговая. Но сегодня все... Нет, открыто. Открыто. А это возле церкви на Рождество такая композиция. Она за решеточкой. Ну вот тишина такая, никого сейчас нет, разъехались в основном. Бары, вот подогрев стоит, видите, какие горелки горят, тепло. Еще все украшено новогодними украшениями. Бары. Здесь Дед Мороз, смотрите, с подарками поднимается в чью-то квартиру, шикарно. Целая сумка подарков. Красиво. Ну, сейчас народа пока нету, конечно. Может, чуть попозже. Сейчас выйдем на другую улицу, на торговую выйдем. Это такая кондитерская здесь, кафетерия. Очень хорошая здесь. Вкусняшки можно покушать, хороший кофе. Насколько было шумно на Новый год, сейчас тишина. И январь-февраль, конечно, будет более-менее тихо. А здесь вот вкусняшки продаются, вкусненькие. Сейчас пройдем дальше, вот по торговой улице. Там еще скидки, смотрела, есть даже. 50% в магазинах делают скидочки. Сейчас после Нового года тоже можно кое-что прикупить. Все, всем хорошего дня, хорошего настроения.